Рондо Капричоза, Камиллы Сен-Санс от Союн Парк. Не Сотникова, конечно. Ну и до Корейской Олимпиады у нее еще есть время. Вот это парк так парк. 30 баллов за технику пока только у двух спортсменок, у Шартраны и Райчиковой. Ну и сейчас, если судьи не найдут к чему придраться, падение с тройного флипа уже не в счет, потому что оно пошло в зачет, то у Союн Парк тоже оценка будет очень и очень высокая. Thank you.
Вот 54 балла получает кореянка. Она третья вслед за Ален Шартран и Николь Райчиковой. И чуть-чуть опережает Елена Гедеванишвили. Естественно, все это уже участники произвольной программы. Неспешное движение Си Цзюн Ли, Йоши Хельгисон на заднем плане и Полина Эдмонс. Ну а в ладушке играет Габриэла Дальман из Канады.